Уровень готовности округа к отопительному сезону 92%. Профилактика объектов теплоснабжения практически завершена. Котельную на Октябрьском проспекте проверил Владимир Ужицкий. Эта станция снабжает теплом 9 жилых домов, поликлинику, техникум, торговый центр и 14 производственных зданий. В отопительном сезоне длиной в полгода бесперебойная работа котельных особенно важна. Последние годы почему-то мы в мае еще котельные не выключаем, как в этом году это было. А включаем тепло, это, как правило, в конце сентября, в начале октября всегда. И вот эта котельная, которая сегодня здесь, мы ее в 2016 году приняли в муниципальную собственность. Понятно, что она была, я мягко скажу, опять же, убитой. Мы сюда вложились, мы ее реконструировали. Этот объект – высокотехнологичное предприятие по производству тепла и горячей воды. Полуавтоматический режим работы обеспечивает 3 современных котла и 18 насосов. Проверка современного оборудования именно на этой станции имеет одну особенность. Эта котельная в летний период времени работает с большей нагрузкой, чем зимняя. Дело в том, что торговый центр выходной непосредственно с этой котельной получает охлаждение, то есть кондиционирование. То есть эта котельная подает тепло на специальной установке, которая вырабатывает холод и, скажем так, охлаждаем здание, помещение торгового центра. Всего в Люберцах работает 81 котельная. Работы по подготовке к отопительному сезону в округе закончат 5 сентября. Александр Колганов, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ.